Тюменский филармонический оркестр отправился на гастроли в Москву. Коллектив выступит на одной из самых известных площадок страны – концертном зале имени Чайковского Московской филармонии. А накануне эту программу Тюменский филармонический оркестр представил нашей публике. Концерт прошел с аншлагом. Впрочем, мы в Москве, уже все билеты проданы. Сама сцена концертного зала Чайковского – это очень значимая сцена для любого коллектива в нашей стране. И то, что мы получили приглашение, именно приглашение от Московской филармонии спустя 4 года сделать такой концерт на сцене концертного зала имени Чайковского – это очень-очень важно для коллектива. Это значит, что за коллективом наблюдают, это значит, что концерты коллектива привлекают внимание. Концерт Тюменского филармонического оркестра в Московской филармонии пройдет в пятницу. Вместе с коллективом выступит молодая звезда академической сцены, пианист Валентин Малинин. С ним же Тюменский филармонический оркестр исполнил второй концерт Рахманинова и накануне в Тюмени.